Здравствуйте! Сегодня мы проводим предпродажный осмотр двигателя, снятого с автомобиля Toyota Land Cruiser 100 2006 года выпуска. Двигатель объем 4,7 литра, 2 УЗ-ФЕ. Производим визуальный осмотр двигателя. Дефектов не выявлено. На данный двигатель имеется сопроводительный пакет документов, грузовая таможенная декларация. Производим визуальный осмотр свечей зажигания. Производим проверку пневмотестером. Герметичность цилиндров в пределах допуска. Также имеется видеообзор работающего двигателя. Производим визуальный осмотр стенок цилиндров эндоскопом. Также осматриваем клапаны и поршни. После осмотра двигатель маркируется термопломбой, индикатор перегрева. Перед размещением на склад двигатель законсервирован. При обращении на станцию Евроавто действует расширенная гарантия. Наши специалисты помогут с подбором двигателя, а квалифицированные механики произведут установку агрегата. Двигатель готов к установке.